Здравствуйте, подписчики моего канала. Жители данного видео хотел показать три поросенка, как прям в сказке, елки. Иди сюда. Смотрите, вырастали слоненята. Вот это им еще месяца, наверное, ну около месяца. Вот этот белый, конечно, обыкновенный, а вот этих два, ну просто необыкновенные. Тут он без хвоста, этот все с хвостом. Два вот этих лысых прямо на заглядение. Хоть бери, оставляй их на этот самый, на развод. Так что вот такие вот, иди сюда, вот такие поросятки получаются. Одно плохо, что мало, свиноматка что-то там, когда поросилась, вроде все смотрел за ней, но это ж гадина, сожрала одного поросенка, в общем, вычужила как могла. Напишите в комментариях, с чем мог быть связан каннибализм. При этом, при том, что я все поубирал там, место там, ну все чистил, все смотрел, ну, вот такие дела. Ну вот этих, конечно, вот это нечто. Это не поросенок, это кабанище. Просто огромный. Ну на тебя, чтобы не сглазить. Вот такие поросятки. Мальчик, два мальчика тем более. Пойдут на продажу. Вот как-то так. Сейчас свиноматку покажу. Вот их. Закрой низ. Во. Вот мама их зашла. Ну мама тоже не маленькая. Такая лысоватая. Ну вот то, конечно, у нее получился. Вот тот прям красавчик. Давай, убирай свое лицо, морду. Видите, зверь в натуре. Как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Не надо меня так кусать. Да. А было где-то в опоросе штук 15, по-моему. Вот это она там их всех перетоптала, передавила. Я же говорю, одного сожрала, наверное, штуки 3 сожрала. Потому что... Что ты говоришь? Тебе стыдно должно быть? Тебе стыдно? Тебе не стыдно. А? Не знаю, чем такие большие. Они едят постоянно. Пофиг, даже стоя. В общем, вот такие дела. Пытаются ее